Время без 15:05. Попили водички минеральной, хлеб с колбасой, с майонезом и лук. Перекусили, да. Сейчас идем до дома. Пошли, Грибобас. Давай, счастливенько. Спасибо этому дому. Пойдем к родному. Пройдем к родному. Ой. Сейчас хоть немножко пока посветлее, хоть немного по светлу пойти. Ну. Мы, кстати, в прошлый раз тоже с тобой шли, когда темнеть начало. Да. Что-то горло. Что-то я вышел после избушки, как-то мне прохладно стало. Ну еще ноги сырые там. Внутри-то. Ну внутри, где сапоги-то сухо, в принципе, а вот где это. Ляжки там вот промокли у меня штаны. А у меня дырки в сапогах, я сейчас опять наберу воды. Блин, так надо было, ты мне бы сказал, уже сколько раз ходим, надо заклеить. Надо бы заклеить, ага. Ну, это, идешь что? Или мне первому пойти? Ну, да иди первый. Я с камеры просто хотел за тобой. Тут как раз батарея садится. Последние кадры батарейки. Ой. Тихо, тихо, тихо. Как глубоко здесь. Думал, ты ко дну пошел. Да нет, пока. Точно здесь? А, здесь, да, здесь. Чингачгук, большой змей. Тони Грибобас. Так. Это мне тоже как-то боязно. Как-то он ушел так вниз вообще. Я прошел, Джон. Молодец. Спасибо большое. Молоток. Будешь кувалдой. Левая нога сырая сильно. Ну что ж, домой теперь надо дойти. Домой дойдем, да, что ж теперь. Прям хлюпает, что ли? Ну. А где у тебя дырка-то, не смотрел? Вверху, вот тут дырка где-то, вверху. Надо было рукой закрывать ее. А я же не знаю, где она. Вот что плохо. Как ты так? Что? Что ты говоришь? Куда хлюпать? О, я что-то вроде набрал. Ты, да? Как-то да. Почти набрал. Не, все окей. Отлично. Все отлично. Все отлично. Вау! Да, налево и наверх подниматься. А, хорошо. Ой, то есть направо, направо. Там-то старицы, направо. Вот туда, туда, что ты? Туда. Я уже зарапортовал. Там надо на бугор подняться. А тут тропинки нету, так это просто. Да вот тропинка, вот она, вон. Понял. Да, прохладненько. Ну сейчас будем идти, разогреемся. И будем идти, сейчас согреемся. Фу. Вот такие дела. Так, время у Грибобаса, говорит, он 10 минут седьмого. Ну да вот. У меня 15 минут. Мы с тобой, кстати, быстро до сюда дошли.
Быстро, да? За час. О. Мы вышли. А, не, мы вышли без 15:05 вроде бы, да? Да. А, получается, мы тогда зашли до за полтора часа, да? Ну, да, где так. Ну, в принципе, нормально. Да. Ну, я шел тяжело, конечно. Что-то я устал в этот раз. Я тоже немножко. Воды много очень. Но. Тяжело идти. Дошли уже до того места, до перевалочной базы нашей. Угу. Вот эти левышки. Вот она стоит. Огоньки горят. Ну расскажи, сколько раз ты проваливался? О, раз 7 или 8. И провалился, короче, я провалился, сейчас покажу. Вот где-то такой провалился, почти полтора в воду уходил. Вот. И я шел уже один раз. Такое место было, но воды было много. Я левым сапогом раз, я аж почти не там, по самой этот. Разведки вызов кое-как-то. Я думал, тебя звать на помощь. Mm-hmm. Вот так вот. Провалился я один раз, вот сейчас шли. Отлично. Ну сейчас-то полегче рюкзак, да? Ну сейчас уже просто легкий рюкзак, хороший сейчас. Угу. А тогда был плохой, да? Тяжеленький был. Казмялся от Ивана. Вы что, кирпичеки начали, что ли? Я зазмеялся, так оно и получается. Вот так вот. Да уж. Ну сейчас шли, так я согрелся, в принципе. Ну, я тоже согрелся. Хоть и ну, мокрый, считай. Ну. Тело такое, знаешь, вспотевшее, мокрое, да? Ага. А так-то нормально, тепло, да? Да, тепло, хорошо. Сейчас постоим, отдохнем. Ага. И уже до дому, марш-бросок до поселка. Так оно и будет, все правильно. Да. Вот так вот. Ты, может, нам еще что-нибудь расскажешь, нет, по пути? Да нет, я сейчас. Я так и знал! Я так и знал, что нет. А что я сказать? А что сказать? Я уже сейчас сказал. Да потому что ты устал, так и скажи. Устал я, устал. Устал. Серьезно, устал. Но не сильно. Прав, ты прав. Вся бутылка. Скажи лучше осисяй. 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 Чмоки-чмоки. Да-да-да. Грибобас, грибобас. Да? Ты уже не грибобас? Я не грибобас, я теперь осисяйка. А-а-а. Я теперь осисяйка. Что-то у меня с голосом случилось, блин. Так мы, значит, получается, две осисяйки? Выходит так. А кто такие осисяйки, грибобас? А ты на юморечке было, по телефону звонили там вот этот. Осисяй, осисяй, вот и типа того. Грибобас, я, короче, вспомнил песню, ну, песню все это маршевую, короче. Ну, вот, как сказать, походную она, это, когда идет отряд. Ага. Вот, и она как раз, я ее переделал на лад осисяй. Ага. Вот, я сейчас ее спою, попытаюсь изобразить. Давай. А ты тоже потом какую-нибудь осисяйку сделай там на этот, ну, на другую музыку просто. Понятно, попытаюсь. Вот сейчас слушай, короче, слушай. Давай. Фу, не знаю, получится, не получится. Попытайся. Осисяй, 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 осисисисяй. У меня что-то... Или горло болит как-то, ну, сиплый какой-то голос становится. Ага. Ну, ты понял это? Да, музыка. Та-та-та, та-та-та, та-та-та. Та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. А ты знаешь, как делай? Вот это белые розы. Ага. Только пой не белые розы, а пой осисяй как-нибудь так. Ага. Вот. Так. Осисяй, 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 осисяй. Так пойдет? Осисяй, осисяй, осисяй. Не, что-то не похоже вроде бы. Не похоже, да? Да, сейчас подожди, потренируешься и потом начнем. Ладно. Осисяй, 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 сисяй, сисяй, сисяй. Похоже, нет, грибобас? Похоже, похоже. Так, дорогие зрители, сейчас будет интересный номер от грибобаса. Я у него спросил. Грибобас, умеешь ли ты кривляться? Он говорит, умеет. Сейчас я скажу, внимание. Грибобас, стой. Давай. Все.
Нифига себе! Нормально? Нормально, да. Понял, спасибо большое. А ты можешь подожди? Это какая-то ускоренная съемка была, а так в замедленном виде. Замедленно, да? Да, да. Давай. Супер, супер, да? Да. Спасибо супер. Большое. Спасибо, Кривовас. Пожалуйста. Всегда рад стараться. Так, дорогие зрители, идем домой. И чтобы себе сил еще придать для марш-броска до поселка. И вам интереса, больше интереса, чтобы было смотреть конец нашего похода. Я вспомнил, Грибобас еще умеет одну делать гримасу. Сейчас Грибобас покажет ее. Я скажу, когда готова, ладно, Грибобас? Хорошо. О, что-то резкость ушла. Подожди-ка. Ой. Готово. Так, вот я еще Грибобаса попросил, он в одну сторону как бы сделал, а сейчас он в обе стороны сделает. Готово. О, супер, супер. Спасибо большое, спасибо. Грибобас, вот сейчас идем, да? И сейчас как-то полегче стало, да? Да. Ну, видишь, что сама дорога ровненькая. Дорога ровная, но не засасывает. И вот все правильно. Как бы идем не спеша, и сейчас вот уже как бы и ноги даже отдыхают. Да, да. Вроде бы идешь, а ноги отдыхают, да? Все правильно, да, да, да. У меня то же самое. Вот. А вот как только дошли до того места, тяжело было, да? А в лесу шли, было тяжело там было идти. И там еще воды много, идешь и провалишься по воде. Вот что было неприятно идти. Вот. А тут дорога ровненько, идешь хорошо. Так, время 7 часов 12 минут. Дошли до поворота. И надо же, освещение включено. А то мы с Грибобасом шли в субботу. Тут вообще было ничего не видать. Осталось еще немного. Еще чуть-чуть. И мы дойдем до поселка. Грибобас вырвался вперед и не ждет меня. Грибобас! А? Сейчас расскажешь зрителям свое самочувствие. В силах ты или не в силах уже? В силах еще. Еще в силах, да? Да. Так стой, стой, что ты, покажись. Немножко я подустал. Понятно, понятно. Смотри-ка, северное сияние. Ух ты! Ну, на камеру оно вряд ли будет видно. Да, на камеру не снимется оно. Не, оно не это. Ух ты. Камера не такая чувствительная, чтобы это. Ага. Северное сияние. Да. Хорошо получается. Все, дорогие друзья, зрители. Время 7 часов 26 минут. Поход Шалаш Тони и Джонни закончен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши каналы. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылки все в описании. Всего доброго, удачи. Всего хорошего, счастливенько.